Всем жителям Ютуба привет! И сегодня я бы хотел бы поговорить о такой игре, как Evil Nun Rush, которая вышла не так уж и давно. Все вы прекрасно знаете эту замечательнейшую игру в жанре ужасов и головоломок. И на самом деле на канале я еще никогда не делал видео про просто тупо похвалу какой-либо игры, но сегодня особенный случай. Либо же Evil Nun Rush — это действительно очень интересная игра, про которую сегодня я целых несколько минут буду говорить только лишь о ней. И, наконец-то скажу, неужели эта игра лучшая? Итак, давайте же поговорим обо всех играх киплерианцев, если, конечно же, не считать их старые-старые игры. Первая игра — это, конечно же, Evil Nun. Эта франшиза распространялась очень давно и дала толчок для киплерианцев делать такие игры еще чаще. Потом идет Мистер Мид. У него отдельная франшиза и отдельная история, которая, ну, не такая популярная. Ice Cream — это уже совсем другая франшиза, которая тоже связана с играми киплерианцев. Но эта франшиза очень и очень сильно популярная. Что объединяет эти игры? Точно, еще забыл игру Horror Brawl. Это игра, где есть взаимодействие абсолютно всех персонажей и так далее. Итак, что объединяет три игры, которые мы сейчас ранее поговорили? Они все про тупо убегание и разгадывание каких-либо секретов. Да, здесь есть сюжет. Да, он связан со всеми играми. Но это как-то уже надоело. Неправда. Horror Brawl — это отдельная, далеко отдельная история про игру, которая была ранее в экспериментальном режиме. Но сейчас это уже давно не эксперимент. Это игра совсем другая история, про которую мы сегодня не будем говорить. Что такое Evil Nun Rush? Это хоррор. Это тот самый Evil Nun Maze. Здесь есть сюжетная линия. Здесь есть для любителей бесконечного режима и для сбора ресурсов, и для получения каких-либо наград, улучшений персонажа и улучшений, повышения уровня. И, конечно же, даже есть режим переменка, в котором каждый день вы можете получать какие-либо награды. Здесь есть все и для всех. Здесь есть хоррор, настоящий хоррор. И только попробуйте сказать, что эта игра не страшная. Поверьте мне, когда вы идете, и тут сзади раз, и она вас уже ждет. Либо она вас сразу убивает, либо же издает очень какой-то странный звук и бежит за вами. Вот это страшно. Особенно в режиме переменка, когда пишется надпись «Монахиня в гневе». И ты видишь, как она искрит, ора такая. О, все, это прямо очень страшно. Вот это реально страшно. Это страшнее всех игр от киплерианцев. Здесь хорошая графика, здесь улучшение, здесь все и для всех, все режимы для всех. Здесь есть все, что лично мне нужно в этой жизни. Тем более то, что новые ролики и функции будут добавляться каждый месяц. Об этом сказали сами киплерианцы. Так что, друзья, очень-очень даже хорошо. Мне эта игра очень сильно зашла. В Телеграме, на Ютубе, везде писали то, что эта игра просто суперская. То, что игры нету лучше, чем эта игра. Короче, эта игра просто бомбезная. И хочу сказать то, что пока что это лидер из всех игр, по моему мнению. Если не затрагивать Horror Brawl. Потому что в Horror Brawl управление какое-то дурацкое. И после обновления там вообще у меня лагает. Хотя телефон очень хороший, а лагает очень сильно. Поэтому, друзья, решать вам. Если вы согласны с своим мнением, то ставьте лайк. Завтра выйдет новое видео про уже полную оценку данной игры. Это будет новая рубрика на моем канале. Надеюсь, вы ее будете ожидать. А на этом видео я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. До скорого. Удачи!